Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыға бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап хал харам боп. Қарағым енді жату жарамасты. Сейчас мы выходим на митинг в Алмате, во дворец республики. Мы выходим из-за того, что мы хотим в Казахстане демократию. В нашем предопросе мне спросили, вы поддерживаете программу ДВП. Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВП так же, как Дуки Шанель. Бізді белсенді қолдаған халқыма, белсенділерге, жануяма көмектескен тұлғаларға үлкен рахметімді айтам. Сіздердің арқаларында түрмеде мұнаймай, уайымдамай отырдық. Просто этот режим падет, и падет он насколько скоро, это все зависит от активистов. Активисты – это катализаторы этого процесса.